Всем привет, дорогие друзья! С вами Жекстер, и сегодня мы опять играем в Майнкрафт с Макс Ватом и свиньей на голове. С вами Зомби Стайл. Мы в очках. Опа, Зомби Стайл. Вообще, каску снадобца надел. Вообще, я как будто, не знаю, незнакомец в очках такой. Обними меня! Кто, свинья или ты это сказал? Вонючий зомби обнимается. Так, я лучше сниму вот это. Ну, в очках все же буду ходить. Ага. Я, наверное, сейчас напялю свою броню. Я тоже. И итак, напялю еще и шапочку. Ой, вообще, ну вообще свэк. Красиво тут видишь. Я лучше очки оставлю свои. Так, я... Что же мы сегодня будем делать? Наверное, мы, как всегда, будем копать шахту в поисках алмазов. Ах, ты дебошир проклятый! Да я не хотел. Давай ставь быстро. Что ставить? Давай. Что ставить? Грязь. Что ставь? Грязь. Слушай, замечательно просто, охрененный ремонт. Все, пошли, давай. Сейчас скажи, не ругайся на начальника. Давай. Двери меня точно не... О, пойдем редиску собирать. О, да, я тоже должен... А, я же должен сделать уже, наконец, твой второй этаж. Да, я, давай. Наконец, ферму. Точно, ты хотел этаж, так что давай ты займешься этажом. Слушай, ты этаж, этаж построил, да? Что? Стой. Эй, не ломай мое стекло, подожди. Я тебе в морду там. У меня дюпнулась редиска, это вообще нормально? Семена или редиска? А, семена и редиски. Это вообще прям свэк какой-то. Свэк какой-то. Люди, не спрашивайте, почему мы упоминаем слово свэк. Да ответ потому, что... прост. Нет, мы... просто это пришло в голову. Просто так пришло в голову. Да, просто... И будем это повторять целую часть. Свэк. Я ненавижу это слово. Я когда сказал это, я имел в виду просто свэк. Это ничего не значит. Мне нечего бросать в этих скелетов. Пойди убей скелетов, тут их слишком уж много. Да пошли. О, точно. Какая у тебя сложность? У меня сложность... Ой, ты покинул игру. Ну ладно, бывает. Сложность стоит на нормальной. Ну тогда все норму. Ой, там скелет, смотри. Смотри, я совершенно случайно убил этого скелета. Прямо... Ну, совершенно, прям нас случайно. Рядом с домом. Ну прям случайно, да? Вот, да, вот прям случайно. Ты можешь прям случайно подсказать нахождение крипера у тебя за дверью? А это ты, да? Я слышу, как ты превращаешься, так что нечего бояться. Чёртова палева! Не, ты не можешь взорваться. Ты когда-нибудь видел крипера-вегетарианца, который выращивает редиску в своем особняке? Фу! Да не фу, не то что фу, уже бэээ, вот так вот. Да. Слушай, я нашел способ, как найти семена. Редиски, надо просто копать траву и все. Люди, если что, короче, у нас сегодня хорошее настроение, мы перед этим качали. Мы короче, в школу не ходили просто, мы прогуляли, все, я пошли. Я был в школе, чувак. А, ты так, был в школе? Слушай, короче, знаете, как мы качали свое это настроение? Вот так вот. Вот так вот, карусель пели. Карусель нахрен. Не ругайся. Не, чувак, вот надо это предпринять, чтобы не ругаться матом. Хорошо, я сегодня добрый, так что не надо на меня злиться, а то я... А то ты будешь... Что же злиться, да? Да! Ты равшай, да. Давай лучше споем песенку про карусель. Карусель! Я не люблю рок, так что я тебя сейчас по морде дам. Не надо!
смотри, как я совершенно случайно убиваю этих скелетов одного. Погромче. Ты видишь, как я убиваю этих скелетов с первого удара? Нет, я сейчас коплю песок. Я думаю, почему они меня не бьют? Оказывается, мне я... Мне песок нужен. Я играю за их начальника. И у меня на башке должна быть некая башка. Слушай, а ты знаешь, что Майнкрафт выпустили в продажу, и теперь у нас выпускаются лего-криперы? Я вижу сейчас крипер с головой лего. Лего. Я такая няшка! Кто помнит вот это слово из песни... Карусель! Да не карусель ты. Смотри, из песни I Can't Me Now... Не. Как там? Ну, короче, это... Чего? Фрустайлс! Слушай, подожди, а как сделать... Подожди, секунду. Вообще, свэг. Всё. Превращусь в кого-то. Подожди, можно... Не, ну реально, блин, как вот превращаться? Вот люди, подскажите, кто знает, вот прямо очень про тем. Как подскажите, как выбирать... Ой. Как крутить, как сказать, выборы там... Да, может, просто... А, не, мышкой просто... Эндер, бро! Да, Вакин! У меня есть Эндерман? Нет. У тебя нет Эндермена. Угадай, почему. Да, Вакин! Да потому что ты неудачник. А у меня есть вот это. У меня тоже это есть. Всё, я поплыл в воду, я пошёл в воду. Пошли купаться. Я, кстати, ты ненавидишь тоже... воду, у меня воздух кончается, то есть вода кончается. Смотри, вода, каннибализм, вода, каннибализм. Ты видишь это? У меня на башке спрут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я тону. Подожди, я захлющил, о, уже не захлющил. Смотри, спари он мне. Да я не могу вылезти наружу, прикинь. А зачем выходить? Ты спрут, поплыли вообще отсюда, будем дом подземлить. Ё-моё, реально, можно плыть сколько угодно. Да. Ты спрут с спрутом? Да. Я просто мутант. А можно поесть в воде? Интересно. Чё? Да, можно кушать в воде. Захлёбываясь такой. Ё-моё. Да реально, нельзя выбраться как бы наружу. Смотри, эволюция... Стоп, кем мне стать? А, точно, я сейчас стану пауком. Эволюция членистоногих. Дальше идет паук. Членистоногие. А, чувак, закат. Закат? Домой скорее, закат. Закат. Смотри, эволюция. Эй, привет, я уже паук. А в следующей эволюции меня, членистоногого существа, ждет превращение в форму человека. Я становлюсь антропоморфом. Эй, не тони, рыба. Смотри, как я копаю кубики. Чувак, я не рыба. А чё, реально крипер такой из лап ещё? А что? А, нет. Я думал, смарт-мувинг поработает и на морфе. Прикинь, такой крипер же лапами шумелит. Пошли скорее домой. Эндер, не, ну я стекло сейчас там поставлю, и ты мне дашь семена, или я сам их нарублю. А это, у меня как раз есть кости, я сейчас пойду не полотить. Понял. Чё, я не могу залезть на ступеньку? Чё, крипер прям не может залезть на ступеньку? Спариваться. Не, реально, чувак, не... Какой спариваться, уйди! Ой, извините, перепутал. Крипера спариваться. Гомик. Нет. Нет такого понятия. Серьезный? Нет. Ха-ля-ля. Так, сейчас будем ставить стекло. Стеклянные панели. Стеклянные панели. Вот так. Это, а давай вдвоем скажем. Стеклянные панели. А, три, счёт два. Три. Давай, говори ты, расчет. Стеклянный... Расчет! Три, два, один. Стеклянные панели.
Ё-моё, я не туда нашёл. Стеклянные панели. А ты не бум-бум. Си! Шо? Си! Какой си? Сир! А, сыр. Ой, у меня птица орёт. Да, сыр! Дай сыр! Сыр хочешь, дай, гадина! Хочешь прикол? Ой. Я... Ой, что я сказал? Я... Дельфин! У тебя есть нет, черепаха? Чё? Да, у меня есть черепаха, да? Ай, тьфу, ты не черепаха, а этот... попугай, да? Да. Ты мой маленький! Я уже черепаха его назвал. Так, прикинь, такой черепаха. Череп. Слушай, а как мне извиниться, я не понимаю. Что? Ты мою птицу вообще слышишь, нет? Да. Да, ты мою птицу слышишь прям хорошо-хорошо? Ну, не очень, но нормально такой. Это ты? А, я думал, ты... Тут зомби стоит с шапкой, я думал, это он. Он? Может, я? Я сказал ж не... бы. Ай! Меня кусают, помоги, пожалуйста! Нахрень тебе! Меня мои же братья кусают. Хачи. Отряд хачи! Кто да. смотрел лайкера, лайк! Я тут на приоре ставь уже к тебе! Ставь лайк, если смотрел лайкера! А чё, нормально придумал, ставь лайк, если смотрел лайкера. Отряд хачи! Хачи! Мне надо покопаться в настройках, понять, как... менять эти, как они называются-то? М называются они, М! Не, менять именно тип зомби там, например, подожди. А что, есть разве в настройках написано? Я надеюсь на это. Надеюсь. Надеюсь. Фиг тебе, не надейся зря. А то поназелаешь... Дерьма. О, прям рифма получилась вообще. Не надейся зря, а то получишь. Я так жру это, как, знаешь, дикий вегетарианец. Эту редиску пожираю. Дикий вегетарианец, интересно. А чё может... Ты замечал мой новый скин? Нет. Разве у тебя есть? Ты только зомби и был так... Не входи в мой дом! Я уже наружу выжил. Алло! Меня курица бьет! Ах ты школьник маленький! Ты видишь мой скин? Я просто нарисовал себе... Ты его убил, почему ты не зомби, а? А, почему я не зомби? Да, почему ты не коротышка? А, потому что у меня уже есть коротышка. Это пацан. У меня есть коротышка, но я не знаю, как поменять. Вот. Я тоже хочу коротышку. У меня тоже он есть. Я не знаю, как поменять. Я не... Слушай, у меня прям целый отряд, чувак, вообще. Короче, смотрите, люди. Так. Короче, первый и второй это обычный. Закрыто! Второй это закрыто, маленький зомби. Я сказал! Короче, этот обычный зомби. Второй маленький зомби. И самый последний это этот дедок. С большим носом. Это ты, да? А нет, это не ты. Это не я. Сейчас еще попутать можно, блин, вот тут. Ты спрут. Я спрут? Нет. Я человек. Я пошутил. Садись. Скажи, и ты как... Было одно видео, походу. Такой чувак говорит, я нормальный! Нет, не видел? Я видел. Это значит, из фильма. Мне кажется, ты снимался. Я сказал, прочь отсюда! Извини. Да. Потому что я ору, но это просто... Не, ну под этот, под то, что ты орёшь, знаешь, какие эти троллфейсы есть? Прям вообще. Рейджи. Под то, что я просто... Ты сумасшедший. Ну прям сумасшедший нету. Ты сейчас орёшь вместе с зомби. Не, реально, ты сейчас прям как зомби. Каннибал, зомби. Ой, стоп, я же крипер. Никто не хочет убивать крипера. Слушай, нельзя же сделать из этого. Стань зомби, пожалуйста. Из редиски нельзя сделать... Где-то как её? Что? Семена.
Нет, ты можешь забыть имена. R. Блин. Как семена скрафтить? Хотя подожди. Меня сейчас едут. Иди сейчас. Иди ко мне. Иди к черту. Все. Иди ко мне, я тебе прикопкажу. Я тебе прикопкажу. Пошел быстро, я сказал. Быстро, иди сюда. Иди сюда, быстро. Я тебе прикопкажу. Ну, пошли. Ты мне дверь закрыл прям перед носом. У меня нос прям такой. Чувак. Что? Это плохая новость. Что, давай показывай прикол быстрее. Ааа, монстры, подожди. Шалма, хрен! Чего вам надо, думаться? Всё, забей, я не... Давай, вот. Ну ё-моё! Не можете встать, пока рядом монстры. Я же монстр, чувак, и ты тоже монстр. Смотри, давай. Как я выгляжу? Ты стоишь... стоишь на подушке. Ясно. Значит, криперы не умеют лежать. Или они умеют, только они боятся, что не встанут. Я знаешь, что я из алмаза сделал? Я сделал себе бумеранг. Лягут навечно. Веч. Не лягут навечно и больше никогда не встанут. Бич. Бич фигич. Чувак, я сейчас серьезные вещи говорю, а ты бич. Стоп, чё ты говоришь? Я говорил, они лягут вечно, и когда они проснутся. Я ни хрена не понимаю. Редиска! Редиска! У меня есть имена редиски. Я всю травку тут собрал. Да? Значит, получается, как бы, да. Как бы я всю травку сломал, да? Понятно, все с тобой, да. Ага. Угу. Угу. Ага. Я. Yeah. Пошел нахрен. Зомби. Че моба на меня-то? Моба на тебя, потому что моб... Двое здесь... против меня, это же нечестно. У меня бумеранг, фак е. Бумеранг. Модератор, фак е. Модератор говно. Забанен. Говно, а не забанен. По айпишнику. Навсегда. Ты должен этого скелета убить. Должен. Он друид. Друиды. О, слушай, у меня есть бумеранг. Он реально друид. Знаешь, куда его кости залезли? Куда? Под дерево. Дерево его кости? Под деревом его кости. Под деревом. Это нечто. Как ты мой бумеранг куда-то летает, знаешь? Вынужден тебя огорчить. Вынужден тебя огорчить. У нас уже 15 минут прошло. Это высшее огорчение. Иди ловил рыбку лучше. Я лучше буду ловить крипера. А то ты не выдержишь это огорчение. Так ведь, да? Вот и там говоришь мне, чё? Иди в жопу, мы снимаем уже 15 минут, все, хватит. Хватит этого? Хватит, Вася, я тебя только что видел. Да? Там бегал со спрутиком на голове, вот ты. Чё-то ты агришься на меня? Чувак, это не я. А, я знаю. Они просто... Ты моб, что ли, чтобы агриться? А кто я вообще? Реально, кто я? Вау, я подобрал алмазный! Отдай! Отдай! Где ты алмазы взял? Отдай мой бумеранг. Где ты алмазы взял? Я их добыл! Дай мой бумеранг! А, значит я скелет, все. Отдай мне бумеранг, или я сейчас отключу правила сохранения предметов, и тебе будет задница. Дай мой бумеранг! Лови. Ай! Ко мне пришел. Давай, давай, лови, 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 лови. Я не могу так его поймать, давай. Вот. Да ё-моё, Дай мой бумеранг, ты сволочь. Я все равно тут Я тут появился, чувак. А, давай бумеранг.
Как ты туда залез? Вот тебе, бери его. Спасибо. Вот так вот я туда залез. Я тебя больше никогда не буду кидать бумеранг. Я тебе сразу буду кувалды по башке давать. Может, киркой? Какой киркой? А может, не надо? Может, надо? Вася, ну да, Вася. Вася! Меня Максим зовут, а не Вася. Максим, ты шо, Вася, попутал? Ты ж Васей был. Вася твой парень? Чё? Сдохни, паук. Так, мы до 20 минут снимаем, и всё. Да, окей. Уже 20 минут, строим быстрее. Нет, строим. Как он далеко летает? Строитель от бога. Прям строитель от бога вообще. Вася, я тебе отвечаю. Бегай, бегай. А, не-не-не, ничего, я не тебе. Я просто бегаю от бумеранга. Вот ты тварь. Вот сам ты тварь. Слушай, с этим балкони weapon spot можно играть в бумеранг в креативе. А я знаю. Бумер. Слушай, я сейчас придумал, как сделать лучше вот мою эту лесенку. Знаешь, что я сделаю? Ничего. Знаешь, что я с тобой сделаю? Что? Ничего. Просто убью тебя, такая мелочь вообще прям. Знаешь что? Что? Ничего. Я утопил свой бумеранг. Утопил, вот ты. Гадина, вот ты. Ты гадина, гадина. Я утопил свой бумеранг. Гад. Я утопил свой бумеранг. У тебя нет души. У тебя нет духов. Будут. Будут. Я их куплю. Слушай. А. Надеюсь, люди будут не против, если я верну себе бумеранг. Нет, против. Да пожалуйста. Против. Да пожалуйста. А что ты с ним сделал вообще? Он просто в воду упал и все. Просто в воду упал и все. Да, на дне, я его не вижу. Мой монитор ярче не становится просто. Ярче, чем ярко не становится монитор, ну, пожалуйста, я это знаю. Всего лишь бумеранг. Нет, люди! Я один бумеранг! Быстро. Хорошо. Ты в следующей части, если подписчики скажут да, ты в следующей части их возьмешь. Ладно. Блин, я редиску еще успел ударить. Тварь. Для тех, кто не секрет, ставьте лайк. Что ты сказал? Для тех, кто не секрет, ставьте лайк. Не секрет? Для тех, кто знает, что Макс Ват дурень. Лайк. Я с тобой сниматься не буду, если будешь обзываться. А чё я обзываюсь? Я тоже про тебя многое могу сказать. Я падаю. Что ты можешь сказать? Лучше не говори, а то подписчики скажут, что ты лох. Вор. Не вор, а этот. Как его? Мало ли, что подписчики говорят. Я не такой. За спиной. Мало ли, что они говорят за спиной. Ой, у меня нету досок. Если тебе подписчики скажут показать свою задницу, ты покажешь? Ну, конечно, вот. Подписчики, смотрите, вот. О-о-о-о-о. Моя задница. Ой, у меня shift залип. Ты понял, какую задницу я уже показал? Я серьезно. Тут все серьезно, парень. Я не знаю, парень. У меня прям будка такая получилась. Давай. Всем пока, с вами был Экстер. Подписывайтесь на канал, не ставьте Макс лайк. Ват. И крипер бегущий, не Макс Ват. Ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал и канал Макс Вата. Свидания. Ссылки будут в описании. Пока.